В минувшие выходные прошел первый этап турнира Moscow Series Karting. В субботу на старт вышли 9 команд, в воскресенье – 8. Несмотря на высокую нагрузку и сложность трассы, все пилоты проявили себя достойно, показав хорошее время. Чемпионат открытый, поэтому заявиться могут абсолютно все – и профессионалы, и любители. Ну, профессионалы, как правило, в этом виде спорта – это ребята молодые. Вот. Как правило, больше 20-25 лет уже там в таких, такого рода соревнованиях участие не принимают. А мы открыты для всех. Здесь у нас любые возрастные категории. Чемпионат проводится на отечественных картах XTI Supersport с мотором в 22 лошадиные силы. Эти машины используются в турнире MSK впервые. Сегодня командная гонка продолжительностью 200 минут. Команда состоит из 3 пилотов. Каждый пилот должен проехать минимум 60 минут, максимум 80. Максимальная сессия на одном карте 55 минут. С учетом того, что на трассе много держака, физическая нагрузка на пилотов будет достаточно большой. Будет интересно посмотреть, все ли смогут выдержать полную сессию. Следующий этап турнира MSK пройдет 23-24 ноября, а финальный 18-19 декабря. Картинг – это всегда ступень в следующий шаг, в следующий мир. Для меня это вот была ступень в кузовные гонки, для большинства пилотов это в формульные гонки, для кого-то просто в взрослую жизнь. Но все равно каждый раз, как только есть возможность, любой пилот садится за руль карта, потому что это самый простой, самый доступный способ поддерживать себя в хорошей форме.